отлично. Хотя шум наверняка привлечет ненужное внимание. Танки. Они действуют наверняка.
Нация, будь здоров. Танки. Они... как система наведения. Andiamo verso di lui! Ci penso io! Avanziamo! C'è la...
так новогодний подарок. Должно быть, это кабинет начальника порта. Стоит тут поводить носом. Это мне очень пригодится. Thank you.
один готов. А вот и третий.
Тому свидетельство операция в порту. Враг, наверное, уже наладил производство новых ракет. Найденные мной детали вряд ли предназначены для другого. Мы, конечно, нарушили производственный цикл, но сколько таких комплектующих уже отправлено в Алагру? Насколько близки нацисты к серийному производству ракеты Кеслера? Пока ясно одно. Мафия обкрадывала порт. УСС хочет воспользоваться этой ниточкой. Особенно после вклада мафии в операцию «Эскимос», в ходе которой удалось захватить Сицилию. Уивер хочет, чтобы я встретился с Сальваторе Динелли, местным преступным авторитетом. Его можно склонить к сотрудничеству с союзниками и партизанами, но все имеет свою цену. Бутылочка Кьянти урожая 13-го года. Счастливый день. Сеньор Динелли. Можно Сальваторе. Просто по имени. Мы ведь с тобой друзья, верно? У нас общие враги. Мы готовы вас от них избавить. Было бы неплохо, мой друг. Можете начать с Пьерро Капо, командира черной бригады. Этот человек... варвар. Неужели? В монастыре полно предметов искусства. Картины, скульптуры, прекрасные работы. Я знаю из достоверных источников, что Капо планирует все это вывести. На продажу? Разумеется. За такие сокровища можно выручить круглую сумму на черном рынке. Выяснить бы, как он будет осуществлять перевозку. Тогда можно будет что-то предпринять. Конечно. Чтобы нам по-настоящему подружиться, надо решить вопрос Капо. Мы понимаем друг друга? Конечно. Я все понял. Чудесно. Капо носит четки, подаренные ему матерью. Он никогда с ними не расстается. Принеси их. И я увижу, что ты выполнил работу. Снайпер, я слышал, хочешь с нами дружить. Каких только чудес не творит война. Монастырь, владение Капо. Туда не пробраться, не уничтожив горную крепость. Горная крепость защищает монастырь? Угу. Логично. По всему видно, что за монастырем присматривают. Это все из-за аббата. Он помогал фашистам, работал на них. Лишь бы сберечь свой бесценный монастырь и его сокровища. Вот опять же, чудеса войны. Противотанковые орудия разнесут союзников в клочья, если пойдут здесь. Есть такая вероятность? Немцы считают, что да. Сейчас затишье, но уже почти неделю ведутся обстрелы. Может начаться в любой момент. Лучше нейтрализовать их, Карл.
Нет времени любоваться пейзажем. Нужно разобраться с Капо. Questo è un vero capolavoro. Che colori! Davvero magnifico! Кажется, собрал тут все полезное. Больше ничего. Ma questo, sul serio, questo è il mio preferito. Se solo quel buffone di Dinelli sapesse che lo sto portando via. Здесь больше нечего искать. Больше ничего не найти.
шифр для радиообмена. Пригодится. Вот и все. Это мне очень пригодится. Думаю, я собрал все, что мог.